Это Бардик. Вот это Чарли. Чарлюш. Значит, сегодня у них будет первая серьезная охота на крупную молдавскую дичь. Значит, на очень крупную, я бы сказал, на самую крупную. Бардик, Бардик, ну не трогай там, ну что ты там нашел, патроны что ли? Бардик, ну хорош, Бардик. Ага. Бардик, черт. Так, сейчас я вам покажу ваших клиентов, с которых ваша задача найти их в лесу при любых обстоятельствах, малыши. Да? Значит, смотрите, вот это ваша дичь на сегодня, это плохиший додон. Подожди, не выпрыгивай, Бардик, я понимаю, что ты их любишь так же, как и я. И вся страна. Значит, понюхайте их, присмотритесь. Понюхай, понюхай, понюхай. Молодец. Чарлюш, и ты понюхай. Понюхайте их. Понюхайте. Понюхайте их. Чарлюш, а? Ты видишь большой додон, а? Значит, смотрите. Все. Сейчас я вас закрываю. Пойду их прятать. Вот они закрыты. Вот они, ваши клиенты, да? Барлик. Чарлюш, запомнили их, да? Вы их понюхали уже и так далее. Значит, я пошел их прятать. Ваша задача их будет найти. Итак, мы находимся в лесу. Значит, нужно уйти в лес и спрятать плохиша с додоном. Че, барбоськи, подглядывайте, но я все равно уйду так, чтобы вы не видели. Я вот иду в бок. Я уйду в бок. Так. Я уйду в бок, чтобы они не увидели своих клиентов. Так. Значит, вот машина за мной. Они уже видеть меня не могут сквозь кусты. А мы идем прятать наших оленей молдавских. Афрумушей. Купить трез вашти демич. С вашти кунзва принда. Туда его попоняться. Как она с краской. Так. Надо. Значит. Шапку рынем. Надо. Так, подальше. Чтобы. Посмотрим. Как это будет выглядеть. Вот. Так. Куда дальше? Машина уже далеко. Так. Так. Вот сюда под ветки. Я думаю ее поставить. Вот сюда мы ставим клиентов наших. Видите? Вот. Теперь идем к машине. Для того, чтобы выпускать наших дружбанчиков. Они уже лают. Не знаю, то ли чувствуют плохиша, то ли додона. Хотя додона они не могут чувствовать. Он резиновый. Так. Для того, чтобы они выросли настоящими защитниками Родины, их нужно тренировать с детства. Чем я и занимаюсь. Очень часто не могу этого делать, но поскольку сегодня выходной, есть возможность. Вот. Ну что, сейчас будем выпускать и посмотрим, как наши друзья работают по следу. Ну не скулите, но иду за вами. Иду. Иду, мальчики. А? Бардик, ну не лай. Ну все, все. Я понял. Все. Так, я понял.
Понял задачу? Так. Черлюш. А? Бардик, ты подлини. Искать, малыши. Искать. Работать. Бард. Работать. Занимился. Блин, ну не так быстро. Искать. Бардик. Чарли, работайте. Ищи. Искать. Так. Чарли идет. Так, вот они пересекаются. Искать, ребят. Работать. Ну, ищите плохиша с Додона, мальчики. Ну, ищите их, ну. Ищите. Ищите. Искать. Где? А? Где Бардик? Где? Ах, вот он. Бардик нашел плохиша с Додона. Нашел ты их, маленький. Чарли, ну вот. Вот они, а? Как вы же их нашли? А, малыши? Так, сейчас дам вам приз. Поэтому вот. Молодцы. Сейчас я вам дам приз, мальчики. Так, я вам даю по сухарику, который вы честно заработали. Потому что этих поймать не может целая страна, а вы дали мне. На, парень. Так, Черлюш, на и тебе, мальчик. На. Ох, как вы нашли этих бармалеев, а? Вот они какие, да? Вот. Молодцы. Вот. Чарли, можешь даже что-то сделать на него. Ничего страшного. Главное, не попади на высаду. Додону, чтобы скользко не было. Дорогие друзья, ну что? Наш выпуск «Охота и рыбалка». Сегодня выходные подошел к концу. Я считаю, что первую охоту наши маленькие дети, Бард и Чарли, совершили просто в идеале. Молодцы, мальчики. А? Молодцы. Ну, дайте люди на вас посмотрят, а? Какой ты замечательный. Бард, скажи, что ты, твоя порода баварская гончая, горная. У тебя рыжий окрас, к сожалению, как у кавкалюка. И черный морде нормально. Бардик. А? Ну что вы, а? Бардик у нас швейцарская гончая. Баварская она больше работает по кровяному следу, одна из лучших в мире. Вот. А просто по следу. Это наш Бардик швейцарская гончая, да? Мальчики, эй, что вам? Не интересны эти дятлы, а? Или вы их нашли и сразу интерес потеряли, да? Мальчики. Ну что, ребят, всех хороших выходных. С вами был Бард. С вами был Чарли. И ваш молдавский гастарбайтер. Пока.